Дорогие зрители, дорогие мои подписчики, приехал я в район Оба. Тут есть один магазин, который я давно знаю, что-то не вспомнил. Продают ручные изделия, сумки из натуральной кожи, кошельки, ремни и тому подобное. Покажу быстро место расположения. Чтобы найти это место, вам нужно в карте Google или в поисковиках написать «Отель Артемис», «Артемис Принцесс». И напротив этого отеля у нас тут кожаный магазин. Там дядь Али работает. На данный момент его нет, его друг. Вот брылки кожаные, кошельки кожаные, натуральное все. Все сам шьет, видите? Есть товар из многих кож. В основном пользуется верблюд и корова, кажется, да? Не знаю, как называется кожа это. Вот такие ремни. Сумочки. В подарок кому-то нужно будет эксклюзивный подарок. Цены начинаются от 300 лир. Например, такая сумочка, как вот эта, стоит 1300 лир. Это стоит... Вот это стоит 1000 лир. Бурасы билли райдем аве? А, это 1000 лир. Есть подешевле. Булькач? Это тоже 1000 лир. 700 лир афлам барды. Сэнде нейдо? 700 лир, ангисин сормишь? Какая-то. Вот, короче, здесь шьют. Сами же мастера работают. Вот такие подарочки можно купить. Интересные. Вот. Сумочки. А вот это 650 лир. И шьют также тапочки, вьетнамки, туфли, муфли. Вот такой портфель. Интересный. Вот. Очень интересные товары. Кого-то может заинтересует. Все, можете использовать промокод мистер Агаси, вам сделают скидочку. Но цену сперва узнайте, а потом скажите мое имя. Все, с вами был Агаси, Солнце на Лане, район Оба. Всем пока.